Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте, посвященном 65-летию мужского хора «МИФИ». Наш сегодняшний праздник посвящается также приближающемуся 80-летию Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который мы будем отмечать в ноябре. Дамы и господа, на сцене народный коллектив, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всероссийских и международных конкурсов, чемпион 9-х всемирных хоровых игр, академический мужской хор МИФИ. Основатель хора Эсфирь Моисеевна Рывкина. Хормейстеры Анна Хазанова, Лия Обшатка, Юлия Алисова, Татьяна Иващенко и заслуженный артист России Дмитрий Семеновский. Художественный руководитель и дирижер, кавалер ордена Святой Равноапостольной княгини Ольги, заслуженная артистка Российской Федерации Надежда Малявина. Михаил Глинка. Слова Алексея Машистова. Патриотическая песнь «Москва» посвящается 875-летию нашей столицы. Представляется ректору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктору физико-математических наук, профессору
Владимиру Игоревичу Шевченко. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я хотел бы начать свое выступление со слов поздравления нашему замечательному академическому мужскому хору МИФИ с 65-летием. Фактически мы ведем историю хора от первого прослушивания 16 октября 1956 года. Она пришлась вот на уже прошлый ковидный год, но есть глубокий символизм, как мне кажется, в том, что мы решили отметить эту дату именно в этом году, именно сегодня, в год 80-летия нашего университета и 70-летия ряда наших филиалов, 40-летия наших лицеев и такой вот еще один замечательный юбилейный повод у нас здесь всем собраться. Я благодарю всех вас за то, что вы нашли возможности время сюда прийти. Я поздравляю действующих исполнителей, солистов, хормейстеров, концертмейстеров, педагогов по вокалу и, конечно, художественного руководителя дирижера, заслуженную артистку России Надежду Васильевну Малявину. Нет возможности перечислить все регалии и достижения нашего хора. Некоторые из них уже прозвучали здесь. Он имеет статус народного хора России, лауреат премии Ленинского комсомола, обладатель золотой медали Всемирных хоровых игр, победитель ряда конкурсов хоров, лауреат международных конкурсов разных лет. И хор задает высокую музыкальную планку всему нашему университету. Вы знаете, что в рейтинге мужских хоров мира Интеркультур наш хор входит в топ-10. Это выдающийся результат, и тут университету нашему есть на что равняться. Если в области ядерного образования, я полагаю, мы тоже уверенно входим в мировой топ-10, то в остальных направлениях нам явно еще есть над чем работать, чтобы достичь соответствующих результатов. Поражает тематическое многообразие, репертуарная палитра хора. Это и духовная музыка, и светская, песни советских, российских, современных композиторов, военно-патриотические песни, народные. Многие из этих шедевров хорового искусства мы услышим сегодня в нашем концерте. Хор является таким музыкальным камертоном не только нашего университета, но и всей атомной отрасли. Много раз с огромным успехом хор выступал в атомных городах, в городах присутствия госкорпорации «Росатом», на атомных станциях, на открытии Генеральной ассамблеи МАГАТЭ в Вене. Всегда эти выступления проходили с успехом и заряжали энергией слушателей и тех, кто имел счастье к этому прикоснуться. Сегодня мы собрались в этом великом зале, одном из центральных залов нашей музыкальной России, и каждые 5 лет хор свой творческий отчет традиционно проводит в этом зале. Много лет бессменный талисман этого зала Дмитрия Чехова вела эти концерты. Сегодня ее с нами нет, к сожалению, но я уверен, что и сегодняшний концерт будет достоин великих традиций этого зала. И в завершение своего выступления я хочу, пользуясь формулой известной мифистской хоровой клятвы, в присутствии всех здесь присутствующих, в отсутствии всех здесь отсутствующих, имея в виду вышестоящее, нижестоящее и сбоку сидящее начальство, признаться в большой искренней любви к хору и пожелать вам дальнейших успехов творческого мастерства, его неуклонного, непрерывного, бесконечного роста и не щадить голоса своего во славу МИФИ и нашего Отечества. Поздравляю! Павел Чесноков, единородный сыне,
стихов к Богородице прилежно. На сцену приглашается Его Преосвященство, Преосвященнейший епископ Гурий, настоятель храма иконы Казанской Божьей Матери в Коломенском. Христос воскресе из мертвых,
Богородице Надежде Васильевне, я принес вам многорадостную весть, которая никогда не ветшает, не стареет, состоит из двух кратких слов. Христос воскресе! Воистину воскресе! В богослужении пасхальном, пасхальную ночь, существует момент, когда люди христосуются. То есть главный в церкви – настоятель. Он сначала со священниками, потом представителями так, хора, оркестра у нас нету, да, служителей. А после этого читает замечательное слово святителя Иоанна Златоустова, пасхальное. Вот там есть такие слова. «Воскресе Христос, и жизнь жительствует». И мы это видим здесь сегодня, чудесное проявление того, что жизнь жительствует. Долго не было возможности многим собираться в таких вот концертных залах, как мы сегодня, но мы и это преодолели силою воскресшего Христа. Я поздравляю вас, драгоценная сестра наша во Христе, и желаю, чтобы там, где вы, культурная жизнь била бы ключом. А это вот пасхальный дар. Христос воскресе! Сергей Рахманин. Два номера из всеночного бдения. Ныне отпущающий. Солист Максим Дунаев. Thank you.
Дева, радуйся. Oh,
терцета на стихи Федора Тютчева «Тихой ночью, не остывши от зноя», исполняет ансамбль хора. Каждый современный хоровой коллектив, если он хочет чего-то достичь в своей карьере, обязательно должен иметь в своем репертуаре произведения современной музыки. Вот такой палочкой-выручалочкой несколько десятилетий, на протяжении 40 лет, был наш друг, мой личный друг, друг нашего хора, друг наших хормейстеров, потому что мы вместе учились в консерватории, совершенно гениальный композитор Юрий Анатольевич Евграфов.
Вот и на протяжении 40 лет мы возили его произведения на конкурсы, и везде, благодаря вот тому, что у нас всегда была вот такая изюмина в программе, мы завоевывали какие-то призовые места. Юрий Анатольевич писал несколько произведений, написанных специально для нашего хора. Мы были иногда исполнителями, первое исполнение на таком известном фестивале московском, где только одни премьеры идут, «Московская осень», фестиваль московских композиторов. Мы несколько раз тоже выступали, Юрий Анатольевич нам доверял свои произведения. И вот к сегодняшнему дню, к этому юбилею, Юрий Анатольевич написал произведение специально, называется оно «Песня про физиков». Это произошло в августе месяце. Мы были очень рады, ну все, у нас будет новое произведение, которое никто еще не будет петь, он нам его посвятил. Вот. Но в сентябре случилась огромная беда просто. Вот. Юрий Анатольевич умер. Вот. И вот какое счастливая какая профессия, композитор. Человек своей музыкой продлевает себе жизнь на земле здесь. Поэтому вот сейчас ее исполняем, и Юрий Анатольевич нас слышит. Итак, песня про физиков. Поет мужской хор МИФИ, посвящается мужскому хору МИФИ. Юрий Евграфов. Евграфов, слова народные, песни пинежья. Зимоника зима, пей моя буйна головушка. Солист Иван Дятлов. Thank you.
же ты, моя буйна головушка. Всегда, когда исполняется новое сочинение, это тоже новое сочинение. Это переложение для мужского хора, но написано было очень давно. Еще когда Юрию Анатольевичу было 20 лет, он еще был студентом. Вот, и я это произведение исполняла на дипломе в консерватории. И вот что говорит о том, что музыка классическая становится, это испытание временем. Вот 50 лет прошло, и как это произведение звучит. Но это, конечно, нужно отдать должное тому, что это народное мелодия, это народная песня, и она вот так вот преломлена, вот так гениально совершенно Юрием Анатольевичем Евграфовым. В этот момент давайте мы все похлопаем. Мы все похлопаем. Я думаю, что Юрий Анатольевич слышит наши аплодисменты, и мы эту традицию не будем нарушать. Мы сейчас на сцену пригласим Евгения Евграфова. Это его сын, совершенно замечательный пианист и композитор тоже. И вот Евгений сейчас исполнит произведение в память о Юрии Анатольевиче Евграфе, о своем отце. Это произведение будет называться «Полонез Скрябина». Евгений Евграфов.
Петр Чайковский. Стихи Льва Мэя из Гёте. Нет, только тот, кто знал. Партия фортепиано. Дмитрий Семеновский. Как
своими, своими. Гуляй, гуляй, казань!
Дамы и господа, просим побыстрее занимать свои места. Начинаем второе отделение нашего концерта. По традиции, во втором отделении концерта к основному составу хора присоединяется та часть участников хора, которая пришла в хор только в сентябре этого года. Это наши первокурсники. Но они уже занимают достойное место в составе хора. И вот сегодня будут выступать на этой замечательной сцене, на которой выступают обычно ведущие исполнители классической музыки мирового уровня. На нашем концерте мы не можем сказать о празднике, который вчера отмечала вся наша страна, о дне великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это день памяти о великом подвиге наших отцов и дедов. День памяти об огромных жертвах советского народа, о миллионах людей, для которых эти 1418 дней обернулись и горем, и актом великого подвига и небывалого героизма, а также великого духовного единения всего народа. И по традиции на концертах хора исполняются песни, посвященные Великой Отечественной войне. Дню Победы посвящается Эдуард Колмановский, стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Thank you.
факультета музыкального искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета. Руководитель Екатерина Никитина. Женского хора прозвучит произведение Василия Соловьева-Седова на стихи Матвея Матусовского «Баллада о солдате». Дирижер Екатерина Никитина, партия фортепиано, Эдуард Побединский. Thank you.
Молчанов. Стихи Константина Симонова «Жди меня». Романс Женьки из оперы «Зори здесь тихие». Солистка Анна Хазанова. Thank you.
Следующий — Дмитрий и Даниил Покрас. Стихи Цезаря Солодаря «Казаки». Солисты — Юрий Федотов и Дмитрий Анохин. Thank you.
Манекин Неструев, стихи Некрасова, сказание о 12 разбойниках. Солист Владимир Моргунов. Господу Богу помолимся.
народная песня в обработке Олега Коловского «На горушке, на горе». Вашему вниманию представляется несколько произведений популярной зарубежной музыки. Джордж Гершвин. Колыбельная песня Клары «Summer Time» из оперы «Порги и Бес». Исполняет солистка Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Иващенко. Thank you.
Spirituals, Ride the Chariot. Солист Иван Дятлов. Запевает Александр Григорьев. Thank you.
Евгений Мартынов, стихи Андрея Дементьева, «Отчий дом», солист Иван Дятлов. Thank you.
Наш концерт приближается к своему апогею. И перед тем, как по традиции пригласить на эту сцену наших ветеранов, мы бы хотели попросить выйти из хора почетного ветерана мужского хора «Мефия», самого верного нашего хориста, который поет со дня основания хора. Это доктор технических наук, почетный профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Юрий Георгиевич Древс. Дорогой наш Юрий Георгиевич, спасибо вам за столько лет служения нашему хору. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья и еще не один юбилей с нами стоять на этой сцене. Спасибо вам, Юрий Георгиевич Древс. Шестьдесят пять лет – это ведь целая жизнь. Жизнь, прожитая с музыкой, и жизнь, прожитая в музыке. И я от всей души благодарю наш хор за то, что он предоставил мне такую возможность быть и участвовать в этом коллективе. Когда-то, в 60-е годы, о нас много писали. И, в частности, одна из статей называлась «Комсомольской правды». Называлась она так: «Поющее братство». И вот традиции этого поющего братства, они были заложены еще основателями хора, и Светой Моисеевной Рывкиной, и Раисой Наумовной Барской. И с годами они не улетучились, они развивались, они расширялись. Я уверен, что в дальнейшем они будут еще крепче, еще больше расширяться. И тогда наш хор МИФИ будет не только первым хором в Российской Федерации, а он будет в одном ряду с лучшими хоровыми коллективами мира. Да будет так! А теперь мы приглашаем на сцену выпускников МИФИ, ветеранов нашего хора. Oh.
сопровождении большого состава нашего хора прозвучат произведения, которые знают все поколения хористов. Антон Рубинштейн, хор «Ноченька» из оперы «Демон», дирижер Лия Обшатка. Анна Хазанова.
Gaudeamus,
Юлия Алисова, Ия Обшатка, Анна Казанова, Татьяна Ивайщенко, заслуженный артист России Дмитрий Семеновский. Дорогие друзья, мы привыкли заканчивать песнопением, которое очень символично. В наше сложное время мы провели такой большой концерт. Во-первых, хочу всех поблагодарить. Ну, во-первых, вот этих тружеников, из которых я выжимала соки последние полгода просто совсем. Вот. Своих дорогих коллег, армейстеров моих, вот они стоят, все мои замечательные коллеги. Я хочу поблагодарить наш университет, который все для нас создает, чтобы мы только вот существовали и работали. И позвольте, я хочу еще поблагодарить, это совершенно неожиданно для вас будет. Сегодня в зале присутствует моя первая учительница из музыкальной школы, моя любимая Марина Грантовна. Вот она сидит, Марина Грантовна. Марина Грантовна. Да, да, да. Да, да, да. Я благодарю вас всех, дорогие друзья. Мы работаем всегда для вас. Мы выстраиваем эти все программы, даем концерты именно для вас. И вот эта энергетика, которая прет из зала, просто она нас заряжает. Спасибо вам большое. Мы сейчас поем «Многолетие» в честь нашего университета, в первую очередь, в честь нашего хора, который в этом университете, в честь нашей Москвы, которая тут сейчас с юбилеем тоже, и в честь нашей великой России. «Многое лето». Ой, спасибо.